На фестиваль с говорящим названием «Живой учитель» пригласили в этом году более 200 педагогов из разных уголков России. Актовый зал 29-й школы заполнен. Главная цель – поделиться друг с другом опытом в образовательной сфере. Любой человек учится, только глядя на пример других. Только через сотворчество и содеятельность он создает что-то благое. Педагоги обмениваются опытом и делятся своими практиками и наработками. Помочь в этом призваны лекции, образовательные практики, мастер-классы. И все это у педагогов впереди. А пока один из организаторов мероприятия, Ирина Агибалова, рассказывает, почему для форума «Живой учитель» выбрано именно такое название. Живой, неравнодушный, вдохновленный, с горящими глазами. Вот это «Живой учитель». И сегодня как раз собрались здесь люди, которые являются единомышленниками в видении отношения к своей профессии. Для них это жизнь. Встреча педагогов – это своеобразный тренинг в преддверии очередного учебного года. Фестиваль мы проводим в конце августа. Думаю, это намеренно такие выбранные даты, потому что это период, когда учителя вышли из отпуска. Период, когда у них впереди, через несколько дней, наступит новый учебный год. И когда нужно зажечь вот этот огонек, который позволит им на вот этой волне вдохновения, креатива отработать как минимум целый учебный год. Практическая польза от подобных встреч, несомненно, так считают сами участники фестиваля. Плодотворность общения с коллегами не только в эмоциональной зарядке. Участие в форуме позволяет добиться вполне конкретных профессиональных успехов, говорит Екатерина Сунко, учитель начальных классов с 9-летним стажем. Фестиваль мне помог, например, стать призером конкурса в нашем муниципальном округе Щелково, призером конкурса «Учитель года», потому что какие-то идеи, фишки я взяла для участия в этом конкурсе. Ты там вспоминаешь этих коллег, которые тебе давали технологии, методы, приемы, и поэтому мне это очень нравится. Форум проходит в городском округе в третий раз. Большинство участников – это учителя с более чем 10-летним стажем работы. Но, как отмечают организаторы мероприятия, год от года состав педагогов, приезжающих в 29-ю школу «Химок», молодеет. Два раза приезжала как участница, а уже в этот раз приехала как организатор. Всегда было интересно посмотреть, что же происходит за кулисами такого масштабного мероприятия. Какими эмоциями уходите? Покажите, друзья! Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский. Новости Химки ТВ.